Категорически приветствую всех подписчиков LegalBet. Предлагаю ставку на ответные матчи за право участия в следующем розыгрыше первенства РФПЛ. Итак, стыки. Ответные игры. И я вам предлагаю ставку не на какую-то встречу из двух в частности. Я предлагаю поставить и на тот, и на другой матч. Во всяком случае, сразу несколько букмекерских контор предлагают ставку на то, что хозяева в ответных встречах, сразу в двух, забьют больше, чем, соответственно, гости. Мне кажется, это очень интересно, мне кажется, это то, что нам нужно. Коэффициент 1.8 очень прилично. Ну и посмотрите конъюнктуру ответных встреч. Анжи напускал голов в Красноярске, теперь нужно реабилитироваться и перед своей публикой, и перед, безусловно, владельцем и руководством команды. Поэтому еще не до конца решен вопрос финансирования. На следующий сезон нужно реабилитироваться, нужно не ударить в грязь лицом, поэтому если и не отыграться, то хотя бы приличный футбол показать и, конечно, забить. Ну и Тамбов, который будет играть в манеже, опять же, конъюнктура непривычная для футбольного клуба «Амкар». И, во всяком случае, «Амкар» здесь уже точно фаворитом не выглядит. Если Тамбов не будет смотреться так же плохо, как в первом матче, я думаю, все шансы забить, а может быть, даже и выиграть есть. Поэтому ставка, на мой взгляд, очень интересная. Хозяева забьют больше гостей в ответных стыковых матчах за право участия в РФПЛ в следующем сезоне.